Всем приятной жизни, это Шашлык, и мы продолжаем играть в Ведьмачка. Ведьмачка 3. Так, и... это самое. И побежали. Сделать дефолтную... о, краснолют. Сделать дефолтную? Думаешь, все-таки дефолтная? Блин, ну мне это больше нравится. Это мы про тему чата, который выводится на экран. У меня тут сейчас тема стоит под героя Меча и Магии 3. Но... дефолтная мне не нравится. Она такая черненькая, обычная совсем. Так, Золтан, ну здорово. Мы пришли. Я вижу, все готово. Точно. Как только они покажутся, перережем им путь. Хоть бы они целый отряд вызвали. Знаешь, я вообще думаю, хороший это план. И охотно тебе помогу. И не то, чтобы мне не хотелось намолотить этих долбочестивцев хоть сколько-то. Просто я не понимаю, почему, раз уж у нас был Доплер, мы ему не велели просто освободить людей. Это было бы слишком подозрительно. Менги исчезает, а потом возвращается со шрамом на лице и приказывает освободить Лютика. Ну, может, ты и прав. Присцилла? Что ты здесь делаешь? О. Какой-то мальчишка принес записку от Дуду. Конвой отправится на рассвете. Можно я останусь с вами? Я не могу дома сидеть. Я так за Лютика беспокоюсь. Не боись, отобьем твоего хахаля. С нами лучше не балуй, лишь бы цел остался... Уй! Сука, я бы в рифму сказал, Геральт. Да предам ей не положено. Возвращайся в город. Пожалуйста, я же не буду вам мешать. Ах, Геральт, оставь ты ее в покое. Уступи ей. Видишь, как она смотрит. Как мой Бобик, когда у него был заворот кишок. Блин, я вот боюсь, если я ее тут оставлю, может, что-то не так пойдет. Я вот этого квеста вообще не помню абсолютно, что мы там делали, как это все разрулилось. Просто если погибнет Присцилла, я нафиг буду загружаться. Ладно, хорошо, пусть остается, но, блин, если она погибнет, я ладно, буду загружаться. Но при одном условии. Да, знаю. Когда начнется бой, буду держаться подальше. Пока еще ничего не началось. Мы тут еще долго можем сидеть, дождать. Тогда сыграем в гвинт. О, в гвинт! Нифига себе, круто! С ней так, можно сыграть. В гвинт сыграть. Это ж тема. Так, а у нас Лютик появился. Это бесплатный этот самый баффер. Командирский рог кидает. Но я не знаю, нужен ли он нам на самом деле, потому что у меня командирских рогов и так 3 штуки в колоде, и не всегда можно с ним сыграть, поэтому я как бы не очень его хочу брать. Ладно, погнали пока без него. Так, ух ты, какие комбы-то нам заехали, еще бы сюда. Казнь, удвоение... блин, даже особо не хочется что-то менять. Вообще не хочется ничего менять. Попробуем комбой сыграть. Так, она за скейта Эли, это значит за спам существ. Я вот не знаю, какой ценой нам брать раунд. Привет, еще раз я отлучался. С возвращением. Так, а шпионов, я так понимаю, там нету, да? Так, десяточка есть на столе, значит, мы можем поставить 2 восьмерки, и как бы все нормально будет. Ну, у нее, походу... так, давайте поставим свою десяточку еще плюс. Ух ты, Геральт пошел. Ни черта себе заявочка. Ладно, поставлю восьмерку пока. 3 Смиригольд. Нифига, какие карты пошли. А что у него за сила героя?
А, доп-карта в начале боя, да? Давайте апнем вот эту в 16, просто на казнь проверка. Если у него есть казнь, то он ее сейчас сыграет. Ну и плюс это закрывашка от моих двенашек. Да, шестнашку он играет казнь. Блин, ну первую линию опасно на самом деле удваивать. Давайте лукарей удвоим. И все, надо пропускать ход, наверное. 62, ну все, если он хочет, пусть он выкидывает карты. Я тут буду пропускать ход. Ну точнее, это присыла, это она вообще-то. 73. 80. Ну, противник выиграл-то раунд, он выиграл. Но мы-то сейчас два раунда изи его берем. Он достал... А, ну нам, в принципе, не важно. Мы можем вот этого достать. Теперь его чучелом забрать. Ну, конечно, лучше было бы эту чучелом забрать. Но нам не суть. Все, один раунд мы берем. И, а, нам даже не надо было, мы же при выигрышном раунде забираем карту. Чё-то присыла как-то странно сыграла. Непонятно. Это была плохая идея. Да. Сама предложила сыграть. Едут! Едут! Вот они! Так, я надеюсь, нам карту бонусную за гвинт дадут. Что за игра? Майнкрафт, да, все правильно. Майнкрафт. Майнкрафт, Майнкрафт. Карту вроде не дадут, то есть мы просто так сыграли. Жаль. А у нее Геральт был, карта. Я думал, Геральта дадут. У кого ж я карту Геральта получу? Интересно. Спасите! Вот. Лютик, зараза. То есть нам сейчас Лютика догонять надо? Он куда-то его кто-то увез? Ну, я в принципе думаю, да. Наверное, нам надо ехать, они тут разберутся. Еще троих высрало. Поехали туда. Сразу я его потерял. Придется поискать следы. Ага, вот следы. Все, я вижу следы. Теперь мы бежим по следам. Отпечатки четкие. Конь был тяжело нагружен. Ну, они же вдвоем на коне ехали. Ёб ты ж бдыш. Спокойно, плотва. Это просто пчелы. Пасека? Ну почему? Почему кончило? Почему не идет этот дальше? Вот, теперь прошло. Она просто, я когда шифтом бегу, она, видимо, не успела. А, он тут свернул куда-то. Отдохни. Да? Подожди, подожди, подожди. Подожди, вот. Во-во-во-во. И вот тут он на дорогу выехал. Так, тут, походу, опять срезал. Ага. Вот тут он опять выехал на дорогу. Вон следы. Следы копыт. Да я вижу, что следы копыт. Так, сюда поехал он. Лотва, не так быстро. Похолодало что-то. Поэт. Проезжал здесь кто-нибудь? Ха. Двое мужчин, один перекинут через седло. Да, кажись, мелькало что-то такое. Туда, налево отправился. Только я бы голову на отсечение дал, что он бабу вез. Потому как такой виск и вопли. Хм.
Такой виск и вопли. Бабу вез. Так, ну бабу так бабу. Лютик он такой. Шевелись, плотва. Давай, плотва, шевелись. Блин, вот ты, непонятно, зачем вот это вот... Конь захромал. Так, что, сюда куда-то побежали, да? Ага. Конь пал, они не могли уйти далеко. Еще какая-то деревушка. Эй, ты! Что тут творится? Осмотреть двор перед... Что тут творится? А с вами поговорить можно? Я тебя спрашиваю, в чем дело? Какой-то охотник вломился к нам в хату и выстрелил нас за дверь. Мы и пернуть не успели. Был с ним другой мужчина, такой чернявый. Ну, был. Болтал без умолку. Точно, Лютик. Охотник завалил дверь изнутри. Есть какой-нибудь другой вход? Вроде есть. Где этот черный ход? Вот же любопытный. Обычный черный ход через туннель. Так, на случай неприятностей. Мы туда чужих не пускаем. И еще там есть цинц. Вы вообще от этого охотника хотите избавиться? Правду сказать, так мы хотим от всех от вас избавиться. Да ладно. Вот тебе ключ. Заходи сзади, через дверь погреба. Спасибо. Так, что-то там нас ждет, я так понимаю, да? Веселенькая. Сюда, сюда, говорю. И молчи. Ясно, ясно. А куда ты? Так, запрыг... Твою мать, а я не думал, что он упадет. У меня же нет выбора. Почему он? Ну, в смысле, я не думал, что он разобьется. Я знал, что он упадет. Блин, ведьмак разбивается просто с таких маленьких высот падая. Это, конечно, смешно. Это, конечно, смешно. Ну, ладно. Пофиг, у нас тут сохранение, так что... Побегли опять в эту нору, полезем по лестнице. Могли бы, конечно, сделать, что можно просто спрыгнуть. Оно тупо быстрее. Так, давай по лестнице пошел. А, ну хотя да тут... Я пойду туда вместе с тобой. У меня же нет выбора, правда? И без всяких штучек по дороге. Ты же знаешь, я в любой момент могу тебе башку свернуть, как цепь. А еще я знаю, что ты этого не сделаешь. За мой труп тебе не заплатят. А за живого, как я и говорил, 100 слитков золота. 100 слитков золота, ни больше, ни меньше. Не будь я Юлиан Альфред Панкратс, виконт де Леттенхоф. Как он сказал, Виллианом де Панканс? Это для секретности. Не буду же я как... Ты принял очень мудрое решение. Я тебе больше скажу. Сегодня ты сержант, а завтра... Тихо. Я что-то слышал. Жалкое зрелище. Да ну нафиг! А, я еще жив! Во, нормально! Нормально, нормально! Мы сейчас... Блин, а жесткий он, этот типочек! С одного удара нам... Ну, с двух ударов все ХП практически снес. И у него что-то не кончается этот.
Да блин, Геральт, ты можешь в блок нормально стать? Да твою мать, идиот! Чё, он не кастанул знак? Почему он не кастанул знак? Вот это меня бесит, то, что он бывает их не кастует. Вот, блин, там чуть-чуть не хватило этого. И этот самый... И все, и он нас убил. Блин, вот у него, конечно, хардкор хорош, то, что тебя убивают в двух ударов. Ведьмак в некое подобие Dark Souls превратился, блин. В некое подобие Dark Souls превратился ведьмак. Так, ладно, давайте откроем этот самый и пойдем по лестнице. В принципе, тут мы ничего такого важного не нашли, поэтому... Ты меня не обманешь. Я пойду туда вместе с тобой. У меня же нет выбора, правда? И без всяких штучек по дороге. Или знаешь, я в любой момент... Ну ладно, давайте залутаем тут по-бырому. Тут, в принципе, чуть-чуть может было залутать. Не так много всего. Тут, кстати, картины, и картина, вот это же есть лютик. Так, все, залутали, давайте... Ну, зовут-то тебя Лютиком. Это для секретов. Не буду, ты принял очень мудрое решение. Я тебе больше скажу. Сегодня ты Фердан, а завтра... Тихо. Я что-то слышал. Черт, нет, нет, только не кляп. Да какого черта, блин? Почему я не могу в блоке менять знак? Блин, писец. Не понимаю, что за беда такая. Что у нас ведьмак как-то умирать он стал часто. Ну ладно. А какие у меня гарантии, что ты меня не обманешь? Я пойду туда вместе с тобой. У меня же нет выбора, правда? И без всяких штучек по дороге. Блин, ну давай залезай на лестницу. Ты принял очень мудрое решение. Я тебе больше скажу. Сегодня ты сержант, а завтра... Ну все, с Ирданом-то мы, конечно, его... Главное Ирден поставить. Так, отлично, рубинчик взяли. Лютик, посиди, пока я тут залутаю все. Ну и... Спасение Лютика, блин. Геральт, обязательно надо все испортить. Как раз, когда я разработал... Как я рад тебя видеть. Давно тебя не было в Новиграде. А что... Пойдем поговорим снаружи. О, Присцилла жива, все нормально. Что ты здесь делаешь? Ты цел? Я за тебя волновалась. Лютик, балабол ты наш. Мы отправились за вами, а то эта твоя девушка всех так пилила, так пилила. А, жалко, вы не видели, как мы уделали этого охотника. Я хотел это сделать совсем иначе, но... Геральт? Лютик, я хочу тебя кое о чем спросить. Это важно, поэтому сосредоточься. Где Цири? Цири? Я думал, раз уж ты здесь, а вы не встретились? Я не знаю, где она. Я знаю, что ты пытался ей помочь. Я знаю, что ты пытался ей помочь. Я одного не могу понять, зачем ты обратился к ублюдку-младшему. Будь у меня больше времени, я бы решил это как-нибудь иначе. Но Цири говорила, что за ней гонится дикая охота. В сравнении с этим, ублюдок казался мне совсем не опасным. Но что-то пошло не так. О, значит, ты уже обо всем слышал. Я надеюсь, ты не очень злишься. Мой план казался замечательным, покуда мы не начали воплощать его в жизнь.
Откуда я мог знать, что Менге охотится на Дуду? Наслышан я о твоем плане, а теперь я хочу знать, что случилось с Цири. Когда ты видел ее в последний раз? Мы были на храмовом острове, убегали от людей-ублюдка. Так, сейчас нам, видимо, опять дадут поиграть за Цири, я так подозреваю. А может и нет. Да, нам дадут сейчас поиграть за Цири. А я вот этой сцены не помню. Слушайте, походу все, мы прошли тот момент, до какого... А, нет, я помню эту сцену, я тут жестко на самом деле сейчас будет. Вот, ладно, это мы в следующем выпуске будем пытаться это пройти. Я помню, я на низком уровне сложности это пытался пройти 100-500 раз, а на высоком сейчас это будет фейл. Следующее видео, наверное, будет такое жесткое бомбалейло, как вот на кулачном бою было в прошлом видео, или в каком, ну, в одном из прошлых. Вот, ладненько, все, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни, а с вами был Шашлык.